Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду, я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии. Thank you.
котором я слушаю. Это как же, если опера ставится в Берлине, то нужно ее петь по-немецки. Если опера ставится в Лондоне, то надо ее петь по-английски. В Париже, то надо петь ее по-французски. Но вот есть... Thank you.